В Екатеринбурге не поздним вечером в пятиэтажной общаге коридорного типа на Альпинистов 20 корпус 1, что на Химашевской окраине уральской столицы, приключилось воспаление в комнате на третьем этаже. Казалось бы, вполне себе заурядно банальный пожар, но при ближайшем рассмотрении выяснилось, что этот адрес был опечатан силовиками. Хозяин жилища недавно умер, возможно, даже неестественным образом, и следователь наложил на входную дверь бумажку с печатью. Но, судя по всему, в недрах закрытого помещения кто-то обещал, ну, коль скоро оно вспыхнуло. Соседи, все как один, на вопрос, кто взломал опечатанную хату, жестко втупляли, типа, а, чё, кто? В общем, не признались. Круговая порука мажет как копоть. В остальном пожар получился вполне себе обычный. Комната выгорела вся, напрочь. Причина выясняется. По причине высокой скученности народа в общаге, огнеборцы прилетели на утушку по чутка повышенному первому бис-номеру. Пока одни пожарные мочили красного петуха через окно с 50-метровой автолестницы, другие выводили людей из дыма на свежий воздух. Сообщение о пожаре по адресу города Екатеринбург, улица Альпинистов, 20/1. Объектом пожара является пятиэтажный дом коридорного типа. По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение в комнате на третьем этаже. Площадь пожара составила 18 квадратных метров. На пожаре работало 2 звена ГДЗС. Звеньями ГДЗС было спасено 5 человек, из них 3 детей. Самостоятельно было эвакуировано 46 человек, из них 11 детей. Тушение пожара принимало участие 7 единиц техники, 20 человек личного состава. Благодаря грамотным и слаженным действиям личного состава Екатеринбургского пожарно-спасательного гарнизона удалось не допустить распространения пожара на большие размеры. Причина пожара будет установлена органами дознания. На данный момент производится проверка конструкции.